ты мой. Ешь это дерьмо, дерьмоед. Это останется вечностью. Надо раздобыть новую игру. Кого это волнует? Видеоигры, конечно, распространенные, но незаконные фейерверки — это самый писк сейчас. Тебе лучше поторопиться, если хочешь поучаствовать. Меня это устраивает. Взорвем этот город! Заберем парочку пешеходов. Одну коробку ваших лучших китайских продуктов. Вот он идет, чтобы убить вас, стереть в порошок. Тихо-тихо. Прости, приятель, я не могу этого сделать. Как насчет фейерверка? О, да! Ха! Потом попробуем что-то новое. Один десяток самых лучших проделок еще поддерживает мое доброе имя. Девушка может это сделать, поэтому не сдавайся. Я не сдаюсь, хотя какое мне дело? Потанцуем! Тихо. Ну просто ад! Вот это поездка! Будет круто, если ты доберешься до запасов старика. После салюта у меня в ушах гудит. Вот резинка, давай работай. Мой папа засадит тебя в тюрьму. Пока. Прыгай, скорость меньше. Фейерверки, ты смотришь на 5 живых чувств в коммунальных услугах. Это плохо, плохо, плохо. Отойди! Я думал, что я победил! Бард знает все.